Your instincts on that boy were right on the money. Всем привет, с вами Ирвин. Сегодня у нас выражение right on the money. Я дам вам 5 секунд, чтобы вы смогли поставить видео на паузу и в комментариях попробовать угадать значение этой фразы. Фраза, в зависимости от контекста, переводится как «точно», «прямо в точку» или «тютелька в тютельку». Хочу обратить внимание, что слово «money» неисчисляемое и с точки зрения грамматики всегда в единственном числе, то есть соответствует местоимению «it». Jake, this money is bad. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся.